прекрасный апрельский день. Мы на даче, солнышко. Я вам сегодня хочу рассказать про свой прекрасный набор шведского производства фирмы Бахва. В наборе у нас пила и нож. Ну, про нож попозже. Весь набор обошелся нам, когда мы заказывали, где-то в 40-45 долларов. То есть пила где-то долларов 40 или 30, а нож где-то точно долларов 10 получился. Значит, пила складная фирмы Бахва. Значит, в сложенном состоянии длина ее 20 сантиметров, в разложенном состоянии длина 40 сантиметров, длина рабочего лезвия 19 сантиметров. Вот здесь написано Бахва Лапландер. Видно. Значит, лезвие покрыто антикоррозийным покрытием для того, чтобы уменьшить трение и чтобы лезвие не брало ржавчину. Зубья мелкие. Лезвие довольно толстое, где-то 1,5 миллиметра. Вот, замок закрывается вот такой вот кнопочкой. Кнопку нажимаете, лезвие закрывается, и уже не нажав кнопку, не откроете. Кнопку нажимаем, лезвие открывается и уже фиксируется жестко. Также, значит, прорезиненное покрытие зеленого цвета. Здесь болт для фиксации лезвия и ручки. И шел такой вот удобный тельничок, если вам надо куда-то на дерево залезть, вы, или чтобы пила не выпала из руки, вы ее просто вот так одеваете на руку и берете за ручку и работаете. А сегодня я хочу вам показать, как эта пила в принципе режет. Вот я уже тренировочный срез сделал. Сразу оговорюсь, все-таки 19 сантиметров рабочая поверхность, это не для того, чтобы пилить бревна по 20 сантиметров. Вот на сегодняшний день мы возьмем, допустим, вот такое. В прошлом году мы спилили шелковицу. Вот толщина бревнышка 9 сантиметров. Вот, ну, чтобы на камеру было видно. 9 сантиметров. И сейчас я покажу, как эта пила с ней справляется. Сразу хочу сказать, значит, заточка этих зубьев сделана так, что пила пилит в обратном направлении, то есть когда вы пилу тянете назад. Поэтому ни в коем случае не надо не давить на нее в движении вперед, ни в коем случае не надо там прилагать усилия, просто вводите пилой вперед-назад, и пила в обратном положении будет резать. Зубья мелкие, заточка оригинальная, развод. Вот год я ей пользуюсь, видите, она уже потертая. Вот, она была в работе, ни разу не точилась, и думаю, что точиться она не будет. Итак, приступим. Давить не надо, просто вводить пилой назад. И она очень хорошо, замечательно режет, не зажимает. Вот такие бревнышки на даче для того, чтобы пилить куч и где-то деревья обрезать, пила самое замечательное. Раньше я для таких целей брал бензопилу, но, честно говоря, залазить на дерево с бензопилой довольно-таки проблематично. А тут маленькая пилочка, ее взял, прикрепил себе на ремешок, залез на дерево, спокойно отпилил сучок или деревяшечку, вот, без каких-либо усилий. Пила очень удобная, она у меня постоянно лежит в машине, и фактически из багажника не вылезает. Сколько раз она меня выручала, сказать не сложно, но по непроверенным данным говорят, что такая пила даже стоит на вооружении у некоторых подразделений НАТО. То есть для солдата вот такая пилочка где-то на выходе в поле сделать себе бивак, бревна для костра. Оп, вот смотрим. Смотрите, какой срез. Если вот камера ближе подойдет, фактически срез к
как у циркулярки. Вот, потратил я на это, ну, наверное, минуты полторы. Усилий никаких не прилагал. Вот, значит, на сегодняшний день скажу вам точно, что пила эта снята с производства, но в интернете, во многих интернет-магазинах вы еще можете ее найти. Поэтому, у кого появилось желание, пожалуйста, ищите, приобретайте. У кого появились вопросы, задавайте, комментируйте видео. Всем хорошего дня!